В жопу интро, приступим. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня вот на канале у Никиты мы продолжаем проходить FNAF 9. И у нас тут есть больное солнышко. Что тебе? И куда ты меня понес? Давайте я ему свертухи пропишу, а то он меня бесит. И все, что ли, поиграть хочешь? Нет, нет, ну и беспорядок. Где низ, где вверх? Прибираться, прибираться. Так, подожди. Я опять не в ту сторону побежал. Поэтому давайте вот так побежим. Та-та-та-та-та. Солнышко немножко крышей поехало. Сейчас я кое-что сделаю. Настройки общие. Ай, не туда. Так, звук вот. Смел. Вот так сделаю. Ух ты, скотина. Господи, мне его лицо прям убивает. Это пипец. Ну и что дальше-то? Что-то он какой-то мутный тип. Да ладно. Хрен с ним. Так, пропуск охранника. Позволяет скрывать промированные защитные двери. Общий уровень допуска. Игрока отображается на часах, все понял. Все, свет выключили. Нет, зачем ты это сделал? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Так я его и не выключал, придурка ты. Больное солнце. Все, крышей тронулся пацан. Спился. Дрянной мальчишка. А шапку-то где уже успел спиздить? Ой, лишь бы что-то стырить. Баиньки, пошел в жопу. Так, где фонарик? Где мой фонарик? Окей, давайте я удержим. Закроем инструкцию. Ладно. Понял, принял. Так, луна, 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 луна. Так, а мне сейчас куда? Мне вот куда именно? Я заблудился в трубе. А, она вверх идет. Может туда? Тук-тук. Ага, круто. Что дальше-то? А, или в эту дверь. Так, как нам туда попасть? Так, здесь мы не вылезем. Спокойной ночи, с добрым утром. Плохие детишки должны быть наказаны. Что-то я не понял, ладно. А, ага. А я сюда не могу запрыгнуть. Так, окей. Вот он провод. Это, понимаю, мне за проводом надо идти. Угу. Первый провод мы включили. Первый из пяти. Так, этот идет вверх. А этот куда идет? Ага. Значит, отсюда типа должен начинаться путь. Дальше идем по этому. Так, вверх. А, так мы там свет включили. Нужно найти всех плохих детишек.
Так, ищи, в чем проблема, а я хороший. Я вообще белый и пушистый. Два из пяти, нормально. Че, куда дальше? Тук-тук. А, ноки-нок это переводится как тук-тук. Так, а он вообще где? Собственно говоря. Ты уже должен спать. Да идишь ты в пень. Так, где остальные генераторы? Они все в этом, да, я понимаю. Так. Два генератора. Плохие детишки должны быть наказаны, но базару нет. От меня, отвяжись только. И наказывай там кого хочешь. Нехороший человек, конечно. Этот Луна. Ползает там где-то. Скрипит, блин, как консервная банка. Рычит что-то. Так. А куда дальше-то? Здесь мы можем выпасть. Так, это у нас типа Фокси. Мне показать, что он сейчас здесь прошел. А, вон он. Вставай, беги, пацан. Окей. Беги, 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 беги. Так, 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 так. Плохие детишки, да базару нету. Вообще дети сейчас нынче спиногрызы. Спиногрызы еще те. Тук-тук. Кто там? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А где еще у нас генераторы? Зеленая область, окей. Так, здесь... Вот. Вот он, провод. Мы этот включили. Давайте прямо пройдемся. Я так полагаю, это надолго, да? Так, этот у нас... Ушел наверх тоже. Так, нам как наверх подняться? Эта труба ведет вниз. Ага, все, понял, дошел. Нам нужно вот сюда. И вот... Ага, здесь закрыто. И что дальше? Здесь вроде бы ничего больше нигде не сделаешь. Тук-тук. Да идишь ты в пень уже. Старый хрен. Я что-то не догоняю. Так, это у нас вниз идет. Тоже дорога вниз. Может сюда?
Ой, ё-моё. Во. Да ну нахрен, я по кругу хожу. Угу. Так, окей. Пойдемте по проводам. Так, а этот туда идет, по верху. Что мне не нравится? Что он залез сюда? Ага. Я заблудился, ребят. Уйди, уйди, у меня фонарик, уйди. Уйди, уйди. Фу, фу, плохой мальчик. А что, и так можно было, что ли? Так, ладно. Идти по проводам надо, да? Типа мне нужно идти по проводам. Допустим. Так, окей. Ага, этот шнур, вот он, типа. А как мне сюда попасть? Да. Ай, ладно. Ладно, я отлучился на минуту, теперь я здесь. Попытка номер два. Ай. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Ту-ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ту-ру-ру-ру. Ту-ру-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Тут-тут-тут-ту. Давайте возьмем фонарик. Так. Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру-ру. Нет, зачем ты это сделал? Включи свет, включи свет. Я предупреждал тебя, предупреждал. Да господи, кого ты предупреждал? Что с тобой будет? Всем насрать на тебя. Дрянной, дрянной мальчишка. Ты уже должен спать. Тебя нужно наказать. Ладно, пропуск охранника. То есть на самый верх идет. То есть отсюда нам нужно залезть сюда сразу. Тук-тук. Все, я понял последовательность.
Так. Так, вот еще один фонарь. Нам нужно вон туда. Да пока мы сможем вот так, в принципе. Ага, вот он, синий, типа, синий тоннель. И что мне это дало? Собственно говоря, ничего, я просто опять заблудился. Господи, ё-моё. Так, сюда никак не могу залезть. Туда, по-моему, в той синей трубе. Так что мне нужно пока мисс вверх. По большой синей трубе. Так, вон еще один провод. А, это вот так вот делается. Свет. Теперь мы полезем по этому. За этим проводом. Так, ладно. Здесь нам некуда. Да не шумишь ты. У нас он профессиональный смартспин. Мы сейчас тебе вертушку кинем, один обратный, тип квадратный ежи. Так, опа, на твою душу. Валим, 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 валим. Фу, фу, у меня фонарик, фу. Кш, 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 кш. Ладно. Я думал, на него фонариком нужно посветить. От него нужно валить. Ой, ё-моё, ну хрен знает уже, какая попытка по счету пойдет. Тут. И что мы можем сделать? Так. А можно ли как-нибудь пропустить? Ой, ну господи. Дрянной, дрянной мальчишка. Ты должен спать, тебе нужно наказать. Баиньки. Ладно. Так, он начинает активироваться только на третьем. Только на третьем генераторе. Так, он у нас просыпается только на третьем, на третьем, на третьем. Вот второй. Ну-ка, второй этаж. А если во втором этаже полазить? Да не шурши ты, да? Так, мы снова поднялись наверх. Я что-то ни хрена не могу понять. Что-то как здесь. Тук-тук, на кинок. Тук-тук-тук, братан. С тобой уже крыша едет.
это у нас куда приведет? Куда у нас синяя труба идет? Синяя труба идет вон оттуда вас сверху. Значит, там уже наверх. Так. Ну кино, блин. Ага. Блин, а мне бы определиться, куда дальше-то. Повторить попытку, конечно. Давайте при свете сейчас обойдем, посмотрим. Типа все генераторы. Что тебе нужно от меня? Луна ты недоделанная. Пингвин недоделанный. Смесь бульдога с единорогом. Отвали от меня. Так. Так. Мне нужно осмотреть все. Здесь, как, где есть они вентилятор. Так. Эта область нам не нужна. Так, вот есть раз генератор. Раз он здесь. Два вот здесь. Может, остальные вот здесь? Они ж не могут быть все в одном месте. Ну да, там три только. Так, там три только, ага. Здесь у нас четвертый. Здесь у нас в другом здании, значит, четвертый. Ой, ой, успокойся, братан. У тебя эти шарики за ролики. Так, вот фонарик, получается, один вот здесь. Один прожектор здесь. Окей. Вот. А чё он такой быстрый-то? Я ни хрена не понимаю. Так, а другой случайно не здесь? Он мне, блин, даже спокойно смотреться не дает. Так. Ну вот что я увидел. Что один вот здесь. Вот два сюда ведут. Так, ладно, там это макака с гранатой. А, вот они, три сюда ведут. Все, понял, значит, три... Четыре сюда ведут.
Ага, а четвертый получается у нас в вот этом отделе. А где он здесь в отделе? Так, вот он светильничек. Хрена он, блин, но ходит, конечно, на гостях. Как мне отсюда теперь выйти? Меня наиграть хотели сейчас. Он что, типа в замке вот здесь? Или чё? Так, ладно. Ага, вот он. Вот он, ну как нам туда попасть? На ту часть нам никак не проникнуть. Нам нужно в ту половину. Господи, детские лабиринты. Вот такие, зараза, сложные. Кто их инженер, я его рот топтал. Заблудиться можно. И сюда, типа, они детей пускают играть. Ля, вообще это ас. Так, не, я не туда опять пришел. Ой, а где ж пятый генератор-то? Раз, два, три. Четвертый идет вот сюда. И здесь, наверное, вот так надо будет идти просто. Тру-ту-ту. Тру-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я ж ничего не понимаю. Или погодите-ка, этот генератор, по-моему, я включал. Вон тут наверху я включал. Нет, подождите, тот генератор был в комнате красной. Ну да, вот она красная комната. Ага. Да твою душу. Ну, все, до меня дошло. Все, я понял. Но... Не, зачем ты выключил свет? Включи свет. Да иди что в жопу. Тронулся крышей. Интересно, охрана об этом в курсе? Администрация. Байнки. Григори, что ты сделал? Клейн ап, клейн ап. Господи, что она такая бесконечная?
А я знаю, это ему не нравится. Или что, он типа проигнорирует это? А, вот все, прибирайся, уборщица. Пусть пока мисс приберется. А я не помню, что я. Так. Вот он первый вроде бы. Это 2 из 5, он еще не должен залезть. Сейчас мы полезем наверх. Прибраться. Где? Так, вот это мы не будем включать, потому что нам нужно попасть вон туда. А чтобы попасть нам вон туда, нам нужно заморочиться, суету навести. Ноки-нок. Окей, так. Ага, вот здесь типа последний, можно вот так выйти. Все, понял, принял. Я забыл, как я туда пришел. А, по синей сверху. Все, понял. Нам наверх нужно. Так, здесь выше еще есть. Да сядь ты. Восстанови энергию. Беги! Так, и что дальше? Встрети Фредди у детсада, о господи. Слава яйцам. Я уже устал, а то. Напрягает аж немного. Та-та-та-та-та-та-та. Фонарик зарядили. Нарушитель. Все запрещено появляться в детсаду. Уа! Кто хочет конфетку? Чика. Твою душу. Не один олень, так другой. Так. Следите за временем. В конце каждого часа отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают. Станции отмечены на карте. Подожди, а зачем в конце каждого часа? Фредди. Чего? Наше время истекло, нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество подается на зарядной станции раз в час. В этот момент освещение гаснет. Я так понял, теперь мне опять крышанутый будут доставать. Так, подожди, а что у меня красный-то горит? Я что-то ничего не понял. Ладно, видимо, я тупой.
Слишком тупой. Хорошо, хоть я сохранился. Либо я не увидел Фредди, либо чё. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давайте активируем. Нарушитель, нарушитель, дистанцию, запрещено тебе появляться. Угроза безопасности. Кто хочет конфетку? Есть, спрятаться. Грегори. Так, Монти, я не знаю, я знаю, что ты здесь. Так, и что нам дальше нужно? Твоя семья тебя ищет. Прячься сколько хочешь. Здесь у нас магазин игрушек. А мы сейчас куда идем? Ой. Так, здесь у нас что за подарок? Сюда можно только персоналу. Старый постер. И для чего он нужен? Этот старый постер. Блин, такие места порой напрягают. Типа... Ну что? Может, ты оденешь свою синюю рубашку? Вот я расчешу, сейчас Рома придет. Я не хочу фототься. Ну, все вместе я хотел общую одну фотографию. Только одну. Ну да, больше не надо. Пойдем, я тебя хорошо, расчешу. Хорошо, попозже. Так он уже сейчас когда придет. Так он уже придет сейчас. Надевай рубашку свою синюю. Пойдем, я тебя расчешу. Пойдем. Эй, всем привет! Сегодня вы на канале у Никиты, сегодня продолжаем проходить FNAF 9, и, в общем-то, в прошлой части мы были у Солнышка или у Луны, хрен пойми, кто это так. Ну и там немножко пошалили, генераторы включили, он меня выбесил, я психанул, я разбил ему лицо с вертушки. Так, это у нас что, Фредди? Это комната Фредди. А, это туалет для Фредди. Типа туалет для мальчиков, типа туалет для девочек. Мне интересно, вот здесь есть что-нибудь смысл, типа, ходить туда-сюда? Допустим, заходить в туалетчики. Что здесь будет такого? Может, какую-то подсказку найдем? Ой, солнце жрет конфету. Как оно мне выбесило. Ой, сколько нервов я с ним потратил, с этим солнцем. Так. Здесь у нас что? Требуется второй доступ. Короче, понятно, нам только наверх идти. Сюда можно только сдавайся, Монти. Фредди, наше время почти истекло, нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество пропадает на зарядной станции 4 раз в час. Так, вот этот момент совершается, гаснет. И когда это происходит, по зданию бродит воспитатель детсада. Вот него не получится скрыться. Так, окей. Зачем мы зашли сюда? О, сумка. Ой, 12.55. Почему красным пошло? Так, давайте залезем в него. Потому что мне в прошлый раз так солнце сожрало. Или луна. Или хрен пойми, кто это. Гомук. И что, даже сообщение не пришло? А, вот. Пицца из помойки. Жалоба клиента. Пицца в заказе была старой. Куски были разного размера. Или не складывались вовсе. Один даже кусок был с другой начинкой. Вы что? Вытащили старую пиццу из помойного ведра? Я не вернусь сюда до тех пор, пока не получу хорошую скидку. Разъяренная мать. Ладно, ясно, понятно, пойдемте дальше. Здесь у нас что есть? Здесь что-нибудь есть? Ты уже должен спать. Спокойной ночи. Давайте ему с вертушки пропишем, что он меня выбешивает. Фредди, ты же здесь босс. Дай им пилюлей всех хороших. Так, дальше нам куда? Сюда, опять этот алкаш кривоногий. Так. Если мы прошли сюда, то нам значит кто-то сюда.
Что у нас вообще по заданиям? Добраться до зарядной станции. А где эта зарядная станция находится? А, вот она, зарядная станция. А я не понял. Что-то я вообще прикола не понял. Что-то меня с чем-то наиграли. Ту-ту. Нарушитель. Тебе запрещено появляться в детсаду. Угроза безопасности. Угроза безопасности. Уа! Эта область закрыта для посетителей. Где ты? Тупая чика. They cannot find you while we are together. Так, заберем вот этот подарок. Он же зачем-то нужен. Я не помню, в чем прикол, почему нас этот поймал? Луна. Луна это несчастная. Требуется пятый доступ, значит, я правильно шел. Так. А с хрена ли он меня поймал тогда? Мне ж интересно знать стало. Держивать. Так, ладно, это сообщение мы прочитали. А что дальше-то? Ну, давайте побежим. Снова, может, баг был? Или в чем прикол? Нам тут добраться до зарядной станции нужно. Блин, а кто ими управляет? Это же не может быть, типа, искусственный интеллект. Ну вот. Мы в зарядной станции, да? И что дальше? Кролик скачет. Ага. Что это было? Это фонтан, фонтан. Это декоративный водоем, в котором... Подожди, так, я не в фонтане. Неужели ты не видел женщину в костюме кролика, что танцевала прямо перед нами? Нет, не видел. Никаких кроликов, мегапицца, плекс. Нет, больше нет. Это какой-то бред. Будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю, я хочу помочь тебе. Может, они тоже хотят тебе помочь. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason. Это вряд ли, ты почему-то отличаешься от них. И интересно, почему? Good news. The front doors will open in 5 hours. Так, ладно, и куда нам? Хорошие новости, 5 часов. Я не протяну здесь и 5 минут. Так, сохраняй спокойствие. Так. Если мы снова разделимся, так. Нажмите Q, чтобы позвать Фредди на помощь. Ну, здравствуйте. Как дела? Нормально, у вас как? Нормально. Как дела? Нормально, я же говорю. Как жизнь? Нормально. Как здоровье? Как спина? Да все хорошо у тебя. Пойдет. Ну хорошо. Че ты? Новый год как встречать будешь? Ну здесь тратить пирог не могу. Угу. Вечером уже. А.
респиратор не работает. Не болеешь? Хорошо. Так, сейчас тут кое-что случилось, так. Есть, чтобы позвать Фредди на помощь, все понял. Типа, разделяться нам нельзя. Так, здесь мы были, и так. Так, нам нужно идти дальше. Теперь ты можешь пройти в главный атрибут благодаря своему новому пропуску. То есть, это куда? Туда, Грегори, мне удалось найти возможные точки подхода под кафе на первый этаж. Так, я отмечу тебе локацию на твоей фаз. Площадка, уголки на третьем этаже, есть пожарный выход, взгляни на часы. Похоже, у тебя на фаз-карте, ты можешь взять ее у администрации. Так, бесплатную карту, забрать карту. Задание нам, сейчас какое еще задание? Так, бесплатная карта, забрать карту, так. Найти погрузочную площадку, нам первым найдите комнату охраны, возьмите в уголке, так. Ой, ёп-моё, карты нету. Так, карт у нас нету. Так, мы сейчас куда? Мы вверх поднимаемся, да? А вверх у нас это что? Это у нас какой-то, забрать карту. Так, ладно. Ладно. Что же делать, я не знаю. Наколдую я. А, да. Не наколдую. Привет, возьми эту карту. О, господи, что так пугаешь-то? Нельзя так людей. Thank you. Please enjoy. Free map. Нельзя так людей пугать. До инсульта можно довести. Так, завершено. Так, у нас что там? У нас задание. Так, найти погрузочную площадку под кафе на 01 этаже, найти комнату охраны в призовом уголке на 3 этаже. Ага, нам нужно этажом выше, все понятно. Давайте пойдем на 3 этаж. Вот, теперь это 3 этаж. Так. Это у нас не открывается. Ну все-таки, как спиздить пылесос? Эти интересно, они ж меня не понят, да? Когда я во Фредди. Должен предупредить, я не смогу добраться до тебя, если в том месте отсутствует сигнал. Радиолокации, ты можешь обновить свою мини-карту в комнате охраны. Береги себя. Здесь у нас все нормально. Готов поспорить. Так. Так, кто заорет сейчас ненормальный. Так, ладно, сюда мы не... А, вот, место сохранения. Отлично, сохранимся. Я не могу его сюда позвать. Ладно, я понял. А может и не понял. Или все-таки понял. Ух ты, как все круто тут, однако. Ой-ой-ой. Отлично, Грегори, ты добрался до восточного зала игровых автоматов. Я могу тебе помочь. Так. А, это не тот. А я где сейчас? Здесь тут какой-то пылесос вроде бы. Здесь пылесос завис. Сколько этих пылесосов здесь, а? Ты можешь прятаться вечно. Не, до 5 утра достаточно будет. Так, вон она, это Рокси. Hey, kid, come on out.
Так, ладно, понял. Keep searching. Ага. Я вот здесь сижу, вот наша башка. Так, а куда она пойдет? И что, типа в углу будет стоять? Что значит эта молния? Ну что по заданиям? Так, найти погрузочную площадку. Так, найдите комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. Так, карта. 01 этаж. Первый этаж. 01. Так, камера. Что она вынюхивает? Ладно. Допустим. Ай! Тыгдык, тыгдык, тыгдык. Ладно, что-то пошло не по плану. Попытка номер два. Пум-пум-пум-пум. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ру-ру-ру-ру. Ту-ту-ту. Ту-ру-ру-рум. Пум-пум-пум. Ту-ру-ру-ру-ру-ту. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Так. Так. Так, сюда. Не тебе жестянка открыли. Так, ладно, здесь уборщик. Ага. Что он делает? И зачем мне все-таки туда? Да твою душу, нельзя так резко людей пугать. Вот куда мне здесь? Здесь игровая комната. Nothing!
I can help. Sneak away, little coward. Are you lost? You are nothing! I can help.